Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня 3 ноября 2010 года. Блогер из Перми, Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, сегодня я узнал утром, что умер Черномырдин. И вот поймал себя на мысли, что уходит целое поколение. Вот поколение тех людей, которые начинали реформу. Да? 2 года назад умер Ельцин, сегодня умер Черномырдин. И вы знаете, невольно себе начинаешь ловить на мысли, что все, что было с нами в 90-е годы, это уже прошлое. Я, по мне, эти годы проехали с танком, как, в общем-то, по судьбам миллионов и миллионов моих соотечественников. Да? Рушилась же не только та советская система. В целом рушилась вся система управления, правовая система. И нужно было как-то выстраивать свои отношения с государством. А как это было делать? В те годы не было понятно никому. Почему? Потому что, ну, было такое ощущение, что, ну, эта власть, она закончится в конец подсудимых. Потому что, с точки зрения законодательства, тут все было незаконно. Но, тем не менее, вот это мы все прошли, конечно, потеряв. Все граждане, кстати, этих реформ потеряли. Все. 99,99% населения потеряло. Имущество, здоровье, близких, накопления, ну, в том числе я вот себя поймал на мысли, что я чем лучше других. Почему я должен что-то приобретать, когда 99% это сегодня потеряло. Вот. Поэтому эта мысль меня, она как бы греет, не то что греет, а как бы, ну, успокаивает. Почему? Потому что, ну, я что, самый умный, что ли, что самый лучший, что ли, и так далее. Потому что эти люди шел как накопление капитала, ни о каком праве там речи быть не могло, потому что, ну, кругом были составы преступления. И вот ушел человек, который во многом ассоциируется с теми реформами. Ну, о мертвом говорят или хорошо, или никак. В принципе, я скажу сказать, что ему выпали непростое время. Он был, пытался создать партию «Наш Дом России». Он, так сказать, был премьером и так далее. Он, в принципе, готовил дефолт и так далее. Это все делал он. Ну что, вот, да, вот уходит эпоха. Уходят люди, те люди, которые были с нами, так сказать, ну, вольно, невольно. И, знаете, немножко вывешься на мысли, что, так сказать, время идет. Вот такие дела. Всего доброго, Бессонов Алексей Борисович.